Мы готовимся всю эту неделю, это касается всех подразделений. Сергей Николаевич, что у нас, я вижу, знаки уже появились у нас по пешеходной зоне. Везде ли мы установили эти знаки? Да, везде установили знаки. В пятницу это было сделано до конца рабочего дня. То есть сейчас организационно готовимся к тому, чтобы просчитать логистику. С полицией надо отработать. Вот договорились с муниципальной безопасностью встретиться, с департаментом городского хозяйства, чтобы в пятницу уже начать, скажем так, выйти более подготовленными. Поэтому я обращаю на это внимание всем нашим подразделениям, которые будут обеспечивать пешеходную зону в выходные дни, подготовиться, максимально подготовиться и быть готовыми. Первое время вы поймите, что нам необходимо, может, использовать какие-то турникеты, потому что они были видны. Также я прошу департамент безопасности наш, либо район администрации обеспечить людей, которые будут коммуницировать с водителями, объяснять им спокойно, с улыбкой о том, что выходной день, давайте все отдохнем. Спокойно. И также необходимо район администрации, это касается только Приморского района. Район администрации должна провести разъяснительную работу, особенно с жильцами, кто живет. С какой скоростью перемещаться, как перемещаться. Это нужно необходимо провести работу. Подготовьтесь, пожалуйста, чтобы мы в пятницу вышли и знали, каждый знал свою задачу, кому что делать.